Очень и очень важно, чтобы во всем, что вы делаете, вы стремились к успеху. Успех не значит быть лучше кого-то. Хорошо управляться со своей жизнью — это успех, не так ли? Да? Умело управляться со своей жизнью — это успех. Превзойти кого-то — это не успех. Чтобы стать успешными, двумя главными составляющими для достижения успеха являются ваше тело и ум. Вы должны быть способны использовать их наилучшим образом. В противном случае вы не будете успешны. Вы можете достигнуть успеха случайно. Люди, которые добиваются успеха случайно, будут постоянно беспокоиться о своем успехе. Но если вы знаете, как управлять телом и умом, то вы знаете, что сделаете лучшее, на что вы способны. И это именно то, что требуется. Мы зависим от внешних ситуаций. Иногда они позволяют сделать столько, иногда столько. Но так мало или так много — это не успех. Вы делаете это хорошо — вот успех, не так ли?